Еще один спортклуб «Восток» открылся в Иванове. Это уже шестой по счету городской зал для детей и взрослых. На площади в 400 квадратных метров уютно разместились два помещения для занятий, душевые и раздевалки. Островок здорового образа жизни обосновался в районе улиц Куконковых. Теперь сюда смогут совершенно бесплатно приходить жильцы соседних домов. Здесь раскрыто несколько спортивных дисциплин, как эстетическая гимнастика, воркаут, ОФП, тренажерный зал, чирлидинг и фитнес. Группы уже все набраны, залы действуют уже 3 недели, и группы сформированы, тренера уже довольны. За 3 недели работы спортклуба в секции записались около 100 человек. Занятия проводят в утренние часы для пенсионеров и вечером для школьников. Все тренировки обязательно под наблюдением профессиональных инструкторов, каждый из которых член региональной федерации в своем виде спорта. Узнал, что есть такое учреждение, вот, решил спросить, есть ли вакансии. Вот, есть вакансии инструктора по спорту, вот, взяли меня. Занимаемся мы кабудо, восточное единоборство. В это входит рукопашный бой и борцовская техника бросковая. Также работа с кенавским оружием традиционным. То есть это палка, серпы, камы, тонфы. Главная цель, которую ставила перед собой администрация «Востока» – приобщить молодое поколение к спортивному образу жизни. Чтобы ребята не слонялись по вечерам без дела, не сидели за компьютером и не пили пиво в подъездах, такие клубы стараются открывать в спальных районах. Как-то раз я гуляла на День города и заметила, вот такие красивые девочки танцевали. Я решила найти в интернете, я нашла и пришла сюда. У сети спортклубов уже есть свои достижения. Недавно команда ребят ездила на Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта и показала там отличные результаты. Чтобы записаться в «Восток» по месту жительства, необходимо принести руководителям заявление и справку о состоянии здоровья. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.